Свой доходный вояж жители Нижнего Новгорода, молодые супруги обоим до 30 лет, решили провести в Смоленске. По их словам, они приехали в город-герой в гости к друзьям, но не с пустыми руками. С собой захватили 20 купюр номиналом 5000 рублей. Вот только их подлинность заставила усомниться сотрудников магазинов. За время пребывания в областном центре семейный промысел чуть не увенчался успехом. Парочка успела сбыть 19 купюр. Когда их задержали и провели обыск в месте их обитания, была обнаружена единственная непотраченная фальшивая банкнота. Как признались горе-мошенники, фальшивки они приобрели через интернет. Это и запись с камер видеонаблюдения магазинов стала неопровержимым доказательством для возбуждения уголовного дела. В настоящее время Следственным управлением УМВД России по городу Смоленску возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи Уголовного кодекса «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». В настоящее время задержанные находятся под стражей. Им грозит 8 лет лишения свободы. Светлана Разганова, Александр Ерофеев, Десна ТВ.